Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 16 октября 2020 года. И чего тут разлаялась? Им кто-то дал мяска. 5 собачек. Точность, вежливость королей. Наталья, ты точная, как и я, вот прямо как часы швейцарские. Время – это самое дорогое. Его да, терять, ресурс. Сдать за ком-то. Здравствуй, Маха. Здравствуй, рада тебя видеть. Да, ну что, сейчас я... Опять в кино и в кафе? Да, не опять, а скорее. Скорее, пока не началось. Я пока билет покупала онлайн, я такой стресс получила, что только пирожное спасет меня от душевных мук. Все сделаем. Все будет в самом лучшем виде. Мы опять едем в Жемчужную Плазу. Сейчас что-нибудь похожу по магазинам, пошоплюсь. Но первым делом пирожные. Вся стоянка занята. Хотя еще нет. Часов 12 сейчас, да? 12.03 и будний день, пятница. Перчатки? Я могу взять. А где надо перчатки? Ну, мало ли там. Ну давай, возьми. Вот такой опять солнечный денек. Очень солнечный. И мы сейчас идем заправлять транспортное средство своей души. И пойдем, значит, нелогично, надо входить в масках в это кафе, а потом пить кофе и снять маски. Зачем входить в масках тогда, непонятно. Вот. Ну, одеваем маски. Одеваем. Вот. Есть настоящая Буше. А, наше место занято. Ну, ничего. Ждем в гости в маске и перчатках. Вот. Подожди на улице, дружок. А если что? Маленький, заходи к нам в гости. Обыдно, слушай. Обыдно. Что ты будешь брать? Я, как обычно. Как обычно, хорошо. Так много народу. Поразительно. Что ты заказала? Ну, я буду свой ждать. Вот, и, значит, сколько ты заплатила? Дорого, так. 560 рублей. 140 вот половинка вот этого, да. Кофе со льдом у нее. 220, по-моему, да? И так я и не выговорю вот это вот. Бава-руа. Угу. Так. А где у меня ягодка? А есть ягодка. Все, нашли ягодку. Слава Богу. Да, вот такое у меня сердечко. И вот тростниковый сахар. Вот, ну, приятного аппетита. Буше. Дорогие друзья. Так, Наташечка, куда лежат наши стопы? Идем смотреть хорошую шапочку. Хорошую шапочку. Ура! Так. Ага. А у меня вот, видишь, какая шапочка в том году с бриллиантами купила? Да. За 1000. Но сейчас можно даже за 2 начать смотреть. Ну, как ты думаешь? Да. Финфлайер. Тоненькую. А вот такая вот. Нет, это сильно шерстяная. С бриллиантами. Да. Все как я люблю. Сколько стоит? Например. Значит, например. Сейчас посмотрим.
2100. 2200. Однако. Да. А вот красивая. Нам надо на самый верх подняться, где кельтят. Да. А ты говорила, еще H&M ты хотела или нет? Не нет, хотела. Там рядом магазин, обувной такой. А. Вот симпатичные перчатки. Да, да. 600 рублей. Пусто так. В том смысле, что столы не так тесно стоят, как раньше. Фудкорт. Так, а где наш кинотеатр? Ага. Оказывается, этот фильм «Мулан» Дисней 19 лет назад, у них был мультфильм про эту девушку-воина. Очень хороший мультфильм. Надо его посмотреть. А это как бы по мотивам. Вложено очень много миллионов. Полмиллиарда, короче говоря, вложено в этот фильм. Но отдачи пока нету. Ну, из-за коронавируса, к тому же. Так, а мы идем в «Спортмастер». Когда они запланировали премьеру, то наступил коронавирус и закрылись кинотеатры. И как-то там утечка была этого фильма. Люди так посмотрели без кинотеатров. Детские перчатки и детские шапки. Сколько? 700. 700. Столько. Столько же. Однако. Однако. Уберу перчаточки просто так. Так. Что? 1402-600. Что это? Пойдем в глаз пора, да? Ой, какая масочка. 509. Красота какая. Ай. Что, Наташечка, тут дают? Машинку порадовать. Видишь, какой есть запах? Запах называется новая машина. Новая машина. Черный лед. Так. Баблгам, кофе, лимон. Это значит вот такие запахи в машинку вешать. Ваниль. Да, здесь вкусненько пахнет. Разнообразненько. Я нашла нужную вещь. Я собираюсь в самолетах летать. Все равно. Давай. Все равно я собираюсь. О, Наталью мою надо сюда. Набор смесителей. Так, дрель, шуруповерт, 2999, 2249, 2. Вот. Ой, боже мой, авокадо, какое милое. И всего 99. Какое-то хобби-хит. Тесто для лепки. Фигурные упаковки. 10-12 цветов. 2-4 формы. 4 дизайна. Вот. Мне нашли. Не знаю, надо попробовать, что это такое. Здесь вот, вот такая вот розовенькая. Розовенькую Машеньке купим. Только
Я не помню. Красота. А вот помните кофеварка гейзерная с Италии? Мне Ирочка привезла. Вот такая же. А это кофемолка. Какая прелесть. Ой, я хочу такую. Я такую хочу. Мне такая необходима. А вот такие кружечки очень в Индии котируются. Я каждый свой приезд такую термос-кружку покупала. Там же, ну, особо там готовить негде. Вот так геркулес заварил. И уже там через сколько-то минут готова тебе кашка. Даже так на ночь гречку заваривала. Но, правда, не сильно она хорошо разваривалась. Вот такие кружечки. А сюда потом кофе высыпается. Вот сюда. Сыпешь и перемолачиваешь. Говорят, это очень полезно. Вот именно не электрической кофемолкой, а ручной. А еще вот с такими плитками. Я путешествовала по Индии, только полегче немножко. Вот это тяжеловатое, а я вообще с легкой-легкой путешествовала. Вот это 400 рублей стоит. Так удобно. Какой выбор термосов. Ой, коробочки нету. Она одна, выставочный вариант. Так, каждый друг другу заглянул. Что купила? Ну, вот ситечки 59 рублей. Мне, я травы завариваю, у меня они все время нужны. А вот эта Ирочка, что ты думаешь, это мешок для стирки? Да, нет, думаю. Это мешок для проращивания Маша. Да ладно. 23 рубля. И он такой, знаешь, ровненький-ровненький. Корешки все один к одному, зелень вся вверх, вот, 23 рубля, маленький размер. Какие недорогие, 49, 89, вообще 29. Супер, какой хороший магазин. 49, а было 155. Вот Наташины любимые котики. Все в котиках. Супница 119. Поменьше супница. 89. Розовая и серая. Красота же. Цены просто приятно удивляют, да. Смотрите, 29 блюдечко. Допивай скорее, горячо. Котики. Какой выбор чашек. Леггинсы женские с мехом. Так, ну а интересно, какие они по размеру-то? Где тут размеры-то? 1200 ден. Единый размер. Колготки женские с мехом. Так, эти колготки, а там леггинсы. Леггинсы потяжелее. Так. Рукавички, вернее, перчаточки 199. Ну, это нормально. Смотрите, бриллианты. Хорошая цена. А шапочки тоже 199. А что я за 1000 покупала? Так, это 399 с бриллиантами-то. А вон вообще за 99, а эти за 79.
Если я здесь сезон живу, то я зимний. Помню по себе, что я теряла до 5 пар перчаток. Вот 199. Такие прямо заячий хвостик. Нормальные, да? Я уже мерзну, кстати. Какие купить? Вот эти? Или вообще темненькие вот такие? 30% шерсть, 25% акрил, 45% полиэстер. Так, сейчас эти померю. Милота, милота, милота. Вот, смотрите, сколько смесителей. И цены такие дешевые. 599, 699. А у нас по 4000 в магазине лежали. Интересно, интересно. Шар бурлящий для ванны. Хэппи, все будет клубнично. Это надо, правильно? Господи, как вижу вот эту вот фирму Хималая. Ностальгия, ностальгия. Бальзам для губ. Ароматизатор, диффузор. Гель для рук с антисептическим эффектом яблока. 69. Так, здесь все в ванну. А здесь, смотрите, набор бурлящих шариков для ванн. Ой, тогда я лучше такой куплю. Их тут много-много. 99. Корзиночки. Пакетики вакуумные. Органайзеры. Чехлы. Вот такие. 359. 449. Вот такой. Короб. Вешалка для платков. 49. Удобненько. Наверное, удобнее, чем моя. Да вот как у меня почти. Но у меня это из Германии. И она чуть потолще. А вот это тоненький, но стоит всего 999. В спортмастере в том году по 3000 такие были. Хоть, конечно, и 69, да целых 3 теста. Как удобно, да? А раньше сколько слез пролито, сколько ночей не спавши, да, пока дойдешь до врача. Да, не надо. Аскорбиновая кислота. 8 рублей всего. Кальций D3. 89. Сколько? 99. Перчаток? Ну, 99. Вот я купила себе. И в театре буду сидеть. Так, подожди. А я вот нашла за 200. А я за 99 буду так пальцем показывать. В театре? Да. На артистов. Удобно. Слушай, ну хорошенькие, да. У тебя шерстяные, ты не запаришься? Я только из-за этого не купила шерсть. Да? Не зажаришься? А где ты взяла такие? А пойдем, я тебе покажу. Какие там расцветки есть? А, ужасные. Ужасные. Смотри, сколько денег. Смотри, да, сколько денег. Да, да, по фэншуй правильно их раскладывать. Да? У меня котельчик стоит на них. О боже. Пасху прибег, такую пасху. Интересная. Так, что это? А? Непонятная штука. Крестики-нолики. Такая маленькая. Как мне этот магазин понравился, я его не видела. Да, благодарю. Вот все время сюда прибегаю и думаю, надо какие-то новые магазины осмотреть. И все, я до него не добродила.
как хорошо, вот, что я с тобой сюда приехала. Ира, вот он, там наверху, вот он, верхний ряд. Ну да, верхний ряд. Я вот отсюда взяла. А у нее вот за 99, вот она здесь брала розовый вообще. Красота. Да. Ну, Наталья меня отговорила от изящества. От изящества. И вот такие новые изящества. И вот такие вот мне вручила. Это для метро. Перчатки для метро. Во, карандаш для чистки утюга. Только на днях невестка говорит, а нет ли у вас карандаша для чистки утюга? Говорю, я не чистила. Вот они как выглядят, карандаши. А вот твои мешочки, да? Да, да. Ты знаешь, мне очень понравился тот совет проращивать маш, который ты мне давала в банке. Вот, и мне больше ничего не надо. Вот он идеально вырастает. Ну, для сравнения нужно же... Давай я тебя приглашу, и ты в мешке прорастит, да? Да. Давай, хорошо. А тут вот прямо самый лучший из всех, что я пробовала. Сама ж понимаешь, то нас это мотает от здорового образа жизни. Да, очень здорового. Мы всегда что-то проращиваем. 99. Так. Ваниль, свечечки. Процветание о горбате. Ты хочешь процветание? Есть дома процветание. Так, ну пошли. Иди. Сейчас расплачусь. 884. Так всегда. Идешь что-то купить на 100 рублей и покупаешь на 1000. Еще раз показываю. Была в Галамарт. Мне очень понравился магазинчик Галамарт.